С приходом летнего периода стартует и купальный сезон. В целях обеспечения безопасности граждан Экипастузского региона на водоемах города сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям проводят рейдовые мероприятия. Одной из актуальных проблем является купание жителей города в неразрешенных местах. Так, на искусственном котловане, который в народе прозвали «Сковородка», при очередном рейде в поле зрения попала группа подростков, которая находилась там без сопровождения взрослых. А здесь знаете, что купаться нельзя? Нельзя? Да, в прошлом году утонул один мальчик. И здесь был, и здесь грязная вода. А кто-то здесь нельзя, что ли? И затянул это. А кто, вы картошку постирали? Да, мальчик. 12. 12? Мальчик. Все прочитал. Да. Всех мы вас запомнили. А это меры безопасности? В каком классе учитесь? Я четвертый перешел. Четвертый. А ты что, реально плавать нельзя? По данным спасателей, в прошлом году именно на этом месте был зафиксирован случай гибели несовершеннолетнего подростка 2000 года рождения. Всего в 2016 году в Экибастузском регионе утонуло 3 человека. Все факты имели место на водоемах, не предназначенных для отдыха и купания. По словам заместителя начальника управления по чрезвычайным ситуациям города Экибастуза Димаша Байсанбаева, официально разрешенным местом для купания является пляж, который находится в поселке Солнечный. Все другие водоемы запрещены для отдыха, так как являются небезопасными для людей. Управление по ЧС города Экибастуза в целях обеспечения безопасности граждан водоемов города в период купального сезона личным составом спасательных подразделений проводятся рейдовые мероприятия, в ходе которых раздаются памятки по правилам безопасности на воде и проводятся профилактические беседы. Здесь хотелось бы остановиться, чтобы граждане города Экибастуза и гости отнеслись к этим рейдовым мероприятиям с пониманием, так как мы разъясняем именно, как вести себя вот на этих водоемах по правилам безопасности на водоемах. Распитие спиртных напитков на так называемом отдыхе, купание детей без контроля взрослых, в целом несоблюдение элементарных правил безопасности, беспечность людей порой удивляет. По словам уполномоченных лиц, за несоблюдение всех прописанных правил граждане будут привлекаться к административной ответственности. В этом году, с началом этого сезона, с открытием этого купального сезона, будут приниматься административные воздействия на тех граждан, которые будут иметь неоднократное предупреждение в ходе наших рейдовых мероприятий. То есть в отношении них уже ранее велись эти профилактические беседы, а с их стороны нету понимания, то будут приниматься административные эти взыскания. С начала купального периода в регионе уже зафиксирован один факт гибели человека. Управление по чрезвычайным ситуациям города Экибастуза призывает граждан всегда соблюдать меры безопасности на воде. При нахождении в местах отдыха на водоеме ответственными за соблюдение требований настоящих правил и отдыхающими не допускается входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей, нырять в непроверенных, необорудованных местах, заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва, плавать на предметах, не предназначенных для плавания, загрязнять и засорять водоемы, оставлять на берегу и в раздевалках мусор, который может нести травму отдыхающим, подавать крики, ложные тревоги, взбираться на технические и предупредительные знаки буйки, входить в воду детям без сопровождения взрослых. Также при экстренных случаях любой гражданин может обратиться за помощью по номерам 101, 103 и 112.